Сегодня Международный день инвалидов. По данным Всемирной организации здравоохранения, 15% населения планеты имеют какие-либо формы инвалидности. В Чувашии проживают 86 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Около 4500 дети. В Чувашии, как и в России, в целом уделяется большое внимание повышению качества жизни людей с инвалидностью. С 2011 года действует программа «Доступная среда», и благодаря ей в государственных и общественных учреждениях, библиотеках, музеях, магазинах появились специальные приспособления для маломобильных граждан. Незрячие люди стали увереннее чувствовать себя на городских улицах после того, как перекрестки и остановки общественного транспорта оформили тактильной плиткой. Особого внимания заслуживают гаджеты для слепых. В последнее время, кроме говорящих книг, появилась целая линейка всевозможных приспособлений, помогающих им почувствовать окружающую жизнь. Жестовый язык получил особый статус. Кроме того, для инвалидов по слуху широко используются визуальные средства. Например, программа национального телевидения «Чувашия» выходит с бегущей строкой. Перечень можно продолжать, но все эти средства и приспособления не заменят людям с ограниченными способностями здоровья человеческого общения. Научиться сострадать, а не жалеть, считать их равными, а не снисходить, любить, а не терпеть – эта трудная задача решается все успешнее. Достаточно одного примера. В 2012 году в семье было устроено 12 детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей. В 2014 – 33 ребенка. А в этом году дом, любовь и заботу обрели 35 сирот с ограниченными возможностями здоровья.